Здравствуйте, мне пришла доставка. Заказано в Валбрисе и Казани. Давайте покажу, что заказала. Вот такой вот пледик. Сейчас его вместе с вами распакуем. По стоимости он там стоил 1200. Я оставлю вам все ссылочки на них, на эти товары. У меня есть такой плед кремовый. Мы на садоводе покупали. Это то же самое с садовода по-любому. О, какой плюшевый. Вот такой пледик. А размер у него 220 на 240. Но их машинки тяжело стирать, поэтому лучше их часто не запачкать. Не пачкать. Дальше. Тоже Валбрис. Да, это Валбрис. Тоже, смотри, написано. Большие, я думала, они меньше будут. Вот такие стаканчики. Будем с собой кофе брать. Из кофемашинки. И девочкам буду в декабре угощать. Если с морозы придут. Такие штучки. Да, я думаю, они меньше будут. Плотные. И сами стаканчики. Давай попробуем один закрыть. Прикольненькие такие, как вафелька. Будешь утром кофе брать, да? Плотно скрывается. Угу, вообще. А стоили они 200 рублей всего лишь. И тенюшки. Было нарисовано по отзывам, что 300 рублей они стоили. У меня голос сел, не обращайте внимания. Что они очень хорошо мерцают. Вау, сейчас да, буду им красить. Да, на камере вообще идеально. Вау, не, даже вживую больше. Вау, какие красивые. Мама скажет, да накрошусь. Да, я и дам. Разных цветов там были. Ну вот эти я светленькие выбрала. Там золотистые не очень. И пижамки давай откроем. Это чего? Это у нас Казань. Я не знаю, что это. О, там сейчас черная пятница. И заказала. Чего не шелести? Пижамки. Первая вот такая. Мне главное сейчас их померить. Простыни. Простыни не показала, вы просили в том видео показать. Вот, обычные простыни на кушетку. 10 штук белые. Чё они так сложно странно? Размер нормальный. Так, открываем. Тут 20 штук. 20? Ой, я не влезу, наверное. Нет, влезу, наверное. Блин, а если пижама тоже маленькая? Сейчас я померяю. Не, ну кофта-то большая прям. Да, смотри, какая большая. Ну да. Кофта большая, значит, влезу. Так, и пижама. Сейчас ставлю еще тут кофту, Сережа. Это не пижама, что такое? Простыни. Как простыни? Че? Еще какие-то простыни. А что это за... На голову тоже заказывала? Да, белые шапочки еще заказывала. Вот такие вот. Ладно. Такая пижамка вторая. Мы хотим сейчас елочку будем украшать. Хотим сейчас снимать видео. Сейчас я померяю, сейчас покажу. А потом на видео увидите, как она на мне. Где штаны? Мне главное, что... Не, влезу. 100% влезу. Еще и Сереже заказали, я тоже вам в этом видео покажу. Самим интересно. Она такая, смотрите, полупрозрачная. Такой вот цвет. Потом вам покажу. Я пойду все мерить. Самый маленький размер был. Привет. У меня немножко возвращается голос. Почти уже возвратился. Сегодня у нас 5 декабря. Я на Казани заказывала. У нас сегодня день уборки. Сегодня воскресенье, выходной. Сережа сейчас поехал по магазину. Мне сосачки для от кашля купить. И сейчас вам хочу показать, какие я на Казани заказала красивые... бумажную упаковку красивую. Сейчас я ее раскрою, вам покажу. Из нее я хочу сейчас сделать фальшивые подарки и поставить под елку, чтобы очень красиво смотрелось. Ленточки у меня есть дома. Я хочу вот эту, почему-то мне вот этот цвет нравится в этом году, как он смотрится. И белая лента у меня тоже есть. Сейчас открою и покажу вам. Здесь венок с прошлого года, а я его хочу загрунтовать, чтобы он был белый. И тоже повесить.
Возможно, что-нибудь в нем поменяюсь, потому что здесь шарики закреплены. Как раз Сережа сегодня дома. Он мне поможет повесить, а я там уже задекорирую его красивенько. Но он выгорел весь. Видите, какой цвет у него. Поэтому мне нужно его загрунтовать сначала. Для этого мне нужно сначала все шарики снять. Что хотела показать. На Wildberries я заказывала вот такие пакетики под подарки. Прозрачные вот такие вот для боксов косметических. И вот такие вот. Сейчас я их раскрою, вам покажу, как они выглядят. Я сделала адвент. Сейчас нужно его будет переделать. Мы будем делать сегодня лестницу вместо адвента. Вот так он выглядел. Я подвешивала подарки, там номерки на них. И девочки выбирали подарки. Но изначально должна была быть лестница, поэтому я это сниму. И у меня будет лестница. Вот так вот выглядят эти пакетики. Они плотные. 200 рублей, по-моему, 10 штук. Вот такие вот красивые. Видите, какая красота. В общем, упаковки у меня в этом году много. А еще я вам показывала, что у меня есть вот такие пакетики новогодние. Ойся. Всем привет. Жующего. Я хочу показать, что он мне купил сейчас. Кстати, выгодно один магазин ходит. Мы тут копим. У нас каждый год такая традиция копить яйца. После Нового года их съедать. Только игрушки у нас исчезают. Вот. Я видела, ты одну съел. Она вот так валялась. Потом вот такой вот сок новый. Это я не знаю, что такое. Я сам даже не знаю, что такое. Новинка. Шоколадочку. Вот это я обожаю. Когда мы открывали киндер этот. Да, там вот эти были, они такие вкусные. Кубарни. Ну, а Зай уже почти целую упаковку съел. Лукум обожаю. А ты знаешь, что есть, у которого в Турции лукум, он совсем другой. А еще мы тут кофе поставили, кофемашинку. На Wildberries по акции за 360 рублей заказывала такой вот карамельный. Ну, а этот мне не особо понравился, он веганский. И заказала такие стаканчики. Вот. И теперь Сережа с собой перед работой всегда их берет. Кофе берет с собой. Я сейчас вам еще покажу эту оберточную бумагу. В общем, повесили мы. Так темно стало. Покажу. Сейчас буду ее красить. Ты слезай и стремянку оставляй. Буду ее красить. Правда, так засвечено. Ну, вам покажу вам потом как-нибудь. Она у нас не так висела. Да, я съездил в ленту. Сегодня он готовит, смотрите, делать такую рыбку. Сверху еще немножко майонезик, лимончик. Все закроем фольгой. И еще решили сделать... Точнее, да, я решила сделать. Картошку с кругляшками. Да, кругляшками. Это мне тяжело говорить, говорит у меня. Картошку с кругляшами, с рыбкой вообще прям. С маслицем и с укропчиком. Прям идеально. И овощи, огурцы мы решили это порезать. Чисто с куличком, прям шикардос будет. Да, еще половину заморозили. Хотели пожарить, но она сухая будет. То есть здесь она прям сок, да? Лучше так. Теперь этот майонезик. Майонезик, потом лимончик. Да, ушки. Очень много, мне кажется, как меньше. Мне кажется, это делают в конце, нет? Нет. Ой, как много кислой будет. Не будет, она будет мягкая. Ну все, выкидывай его. Накрываем. Рукой неудобно. Вот так ее не надо прижимать. Надо, чтобы она наоборот. Вот так чуть-чуть, да. Потом снимем. И все, давай ее туда. Рыбка отправляет. Нам надо вот это вот отмыть, а я без тебя не отключу. Я мою. Все, готовится, закрывай. Девочки, показываю вам днем. Вот такая композиция у меня получилась. И мы решили оставить... Сейчас попробую с другой стороны, а то засвечено. Мы решили оставить в белом цвете, не добавлять красных игрушек.
Мне кажется, так смотрится лучше. Конечно, лампа не дает передать всю красоту. Но мы вот оставили только это из фикс прайс. Я повесила. И снежинки. И все. А сам венок я покрасила в белый, но это незаметно. И сбоку мы их закрепили на проволоку зеленую. На видео не видно, но вживую видно. И сейчас я хочу... Здесь мне осталось только приклеить снежинки. В зале. Вот эти вот. На потолок. Но это я могу сделать вечером. Здесь очень много. Вот такие вот. А я хочу начать декор в спальне. Но я не знаю вообще, с чего начать. По сути, у меня нет только постельного белья. Но мы его купим, как я выздоровлю. Или Сережа съездит, купит. А так, в принципе, у меня все есть. Поэтому я думаю, что нужно начать украшать. Я решила сделать адвент. Адвент я буду делать для подарков девочкам. И мне нужно было сделать лесенку. Я хотела попросить Сережу, чтобы он мне купил палки деревянные и чтобы он их склеил. Но увидела, что у меня есть палки, которые из цветов. Я вот таким образом сейчас сделаю лесенку. Я тут все выложила. Сейчас я ее склею. Главное, чтобы вот это вот ровно было. Вроде ровно. Вот эти вот приклею обычным клеевым пистолетом. А у меня сейчас покажу, какой есть уже адвент для девочек. Сейчас. Вот он. Здесь как бы колесо. Там есть гвоздь. Вот такой вот венок. И здесь вот такие вот подарочки. Они себе выбирают число, отрезают их. Но я хотела бы это повесить на вот подарки. Я хотела бы это повесить на лесенку, украсить лесенку красивой гирляндой и повесить подарки.
но у меня не было возможности купить, так как я болела, палки. И я решила, зачем я вообще буду тратиться, если можно сделать. Я даже не знаю, сколько они стоят, палки, кстати говоря. Если можно сделать вот так. Сейчас я все склею, вам покажу. И поставлю я эту лесенку вот сюда. И здесь девочки будут себе брать подарочки. Девочки, смотрите, как прикольно получилось. Я сейчас тут вот еще снегом заснежу. Вот это приклею снег, чтобы закрыть верх. Я обмотала цветной гирляндой. Кстати, классно смотрится. И решила сюда добавить сапожок. Там у меня просто мишура для наполнения. Такая небольшая лесенка. Можно сделать еще длиннее ее. И сейчас хочу вот здесь, вот где клей, чтобы не видно было, бантиками приклеить. Девочки, вот что получилось. Сюда еще сегодня хочу купить плед из Fix Price белый и поставить вот сюда подарочки, чтобы не загородить фальшивые подарочки. И сейчас еще заупакую подарки. И вообще будет супер. Вот такая вот лесенка получилась. А я пошла сушить голову. А, я вам не показала, сейчас я вам покажу. Вчера Сережа ездил, у меня же фен сломался, вообще не работает. И он мне купил набор в ленте. Я думала, он будет хуже, но нет. Вот такая вот завивалка. Будет слабый, я имею в виду. Вот такой вот сам фен. Вообще прям супер мощный, мощнее, чем у меня был. И выпрямлялка. Так что я сейчас буду сушить голову. Вот я тут такая вот. Полотенцем на голове. А здесь тоже буду уголочек переделывать. Так что пошла сушить голову. Девочки, хочу сейчас, в общем, сделать такую композицию. Нет. Не буду, наверное, подставки ее делать. Свечу просто куплю. Не буду портить. В общем, это из Fix Price. Вот такая вот штучка. И с прошлого года мы делали с вами композицию. У меня остались вот эти штучки. У меня также есть... Сейчас я достану. Губка. Сейчас губку нужно будет сюда зафиксировать. И просто... сделаем красивую композицию, чтобы игрушки на палочках зря не лежали. Еще уже почти едет домой, приехал. Ой, ну сейчас приедет. Заезжал, забирал посылки с Алиэкспресса, с почты. И сейчас повесим, попрошу его повесить вот эту вот к нам в спальню венок, вот этот большой. Здесь из Икеи у меня была. Можно просто венок оставить. Это была над кроватью, кто помнит, когда мы жили в другой квартире, там тюль еще такая висела, занавеска. Вот, я ее забрала с собой и просто прикрепила вот эти вот веточки. И сейчас, когда он ее повесит, будем с вами декорировать ее. Казалось, сейчас доукрашала комнату, зал, и у меня нету игрушек на кухню, у меня нет ничего, никакого больше декора. Поэтому сейчас доукрашаю спальню, и как только поедем в магазин, на выходных поедем в магазин, это я оставила, хотим натуральную елку купить живую в спальне, посмотрим, сколько искусственная стоит, я бы, конечно, хотела живую. Оставила игрушки для живой елки, ну и сейчас тоже украсить наверх навески. Еще в прихожей ничего не украшено, можно сказать, поэтому мне не хватает игрушек, нужно будет докупить. Вот, игрушек много, а так, что прям вот композиций каких-то вот таких вот красивых нету. Присмотрела в Fix Price некоторые композиции. Нужно будет, я думаю, в выходные поехать туда. Либо в Ашан. Вот, посмотрим. Thank you.
Подарочки готовы. Осталось закрыть все белым пледом, потому что мне сантепона не хватило. И сейчас я буду наконец-то вешать вот эти вот снежинки. В спальню хочу повесить большие, а сюда хочу повесить маленький на обычный скотч. Он очень хорошо снимается, но желательно брать потоньше. Сейчас посмотрим, сколько тут их всего. Сейчас я их раскрою.
Девочки, еще что хотела вам показать. Купила на Вайлдберрисе вот такую вот шубу. На себе покажу потом, попрошу, чтобы мне Сережа заснял. Она не натуральная, но она очень красивая. Но она больше мерит. То есть размер у меня 40-42, она 42-44. Она до минус 15 идеально. Все тут идеально. У нее не было пояса. Она вся вот такая вот. Я давно хотела такую шубу, искала по приемлемой цене. Вот, она прям такая беленькая. У меня есть натуральная, но я почему-то ее редко ношу. Захотела вот такую белую себе, заказала, будет распаковка, классный белый костюм. Не было пояса. Заказала вот такой пояс за 300 рублей, по-моему. Он идеально сюда подходит, к этой шубке. И когда пойдем на улицу, попрошу Заю, Сережу попрошу, он заснимет, покажу, как она выглядит на мне. Заказала два костюма. А платье новогоднее тоже два. Ну, какое-то буду просто ходить или там фотографироваться буду. А в каком-то буду на Новый год. Вот они в красивых таких оттенках, которые мне больше подойдет. Ну, если что, можно ушить будет. И еще что-то. А, и две юбочки. Вот спортивный костюм на флипе заказала под эту шубу, чтобы можно было ходить он с капюшоном. В общем, супер. Вот такая вот шубка. И стоит недорого. Ссылочки пишите в Инстаграме или в ВКонтакте, я оставлю, скину ссылочки. Пишите мне в Инстаграме, кому нужно, прям супер шубка. Смотрите, как получается, я еще не все сделала, только половину. Ниточек вот этих совсем не видно, но вживую это очень красиво. Еще у меня здесь будут красные шарики, чтобы разбавить белый цвет. Тоже по всему, по всей комнате. И эти снежинки с Алиэкспресс, они волшебные. Просто волшебные. Так круто смотрится. Смотрите, прям сказка новогодняя. Мы уже повесили венок в спальне. У меня Сережа уже уснул, поэтому покажу вам в следующем влоге. Вот такая у нас красота. Вы не представляете, как тут волшебно. За все года, сколько мы наряжали эту елку, в этом году я прям в восторге. Еще у меня закончились подушки, у меня было всего две. Поедем в Икею, или Сережу попрошу, он заедет. У меня еще много наволочек, я хочу все наволочки использовать в этом году. Вот это мне очень нравится. И вот такая вот красота получается. Завтра едем в Фикс Прайс. Нужно вот здесь тоже плед, чтобы здесь тоже было белое. Это мне не нравится. Вот сочетание все портит, в общем. Готов адвент, который я вам сегодня показывала. Вот такая вот красота. Подарочки девочкам готовы. А с этой стороны у меня рабочее место. Я сейчас здесь постелю новую простынь одноразовую. Все уберу. Все будет чистенько. Когда девочки будут ложиться, здесь будет вот такая вот красота, но еще и шарики. Но снежинки, они так красиво отблескивают, очень здесь хорошо сочетаются. Прям мне очень нравится. Такая зимняя сказка, не передать словами. В спальне тоже уже красиво получается. Мы с вами в следующем видео сделаем композицию, декор новогодний, который обещала сделать в этом, но уже много. На видео долго уже получается. Так что, девочки, вам вдохновений. Бантики у меня при свете. Сейчас покажу. Получились очень такие красивые, воздушные. Упаковку заказывала на Казань Экспресс. Не помню, показывала вам или нет. Вот такие вот красивые получились. Беленькие сейчас вам покажу. А я сейчас буду снимать видео. Ой, фотографировать, ну да, в ТикТок сниму видео и буду фотографировать косметику на в Инстаграм на продажу. Вот такие красивые подарочки получились. Мне было бы очень приятно получить подарок в такой упаковке. Еще я тут немножко купила на подарки товаров, поэтому думаю, что в ближайших видео покажу вам идеи новогодних подарков. Буду вас радовать каждое видео вот такой вот красотой. И обязательно покажу, что получилось в спальне. Туда мы хотим живую елочку. Я почитала, ее за 2 недели нужно ставить. Напишите, девочки, спасибо вам огромное за комментарии. Это первое, что вы мне пишете. Спасибо за то, что написали, чтобы я выздоравливала, не болела.
И напишите мне, кто покупает натуральную елку живую. Сколько недель? Я почитала, что она стоит 2 недели. И думаю, что через недельку мы ее купим. Ну или если я найду оптимальный вариант не натуральной елки, то куплю не натуральную елку. Гирлянды у меня еще остались. Так что будет очень круто. Мне так нравятся эти сосульки с Фикспрайс. Они как натуральные. Они очень будут красиво смотреться в композициях вот этих вот. На свету. Они очень красиво будут переливаться. Но я буду использовать на дверь композицию. Вот. А еще я здесь, смотрите, вчера. Сейчас вот как раз буду их фотографировать. Такие вот красивые боксы собирала. У меня тут остались гирлянды 2 на продажу. И одна вот такая с прищепками. И собирала красивые боксы. Разные. Здесь крем, пена для ванны. Там скраб кокосовый натуральный. Здесь жидкое мыло и крем с мороженкой. Здесь шампунь для объема волос, крем мандариновый и бомбочка. Такие классные наборчики. Еще есть наборчики носочков. Вот такой вот от Фруди. Кстати, я вот этим пользовалась больше, чем полгода. Мне его хватило месяцев на 7. Здесь еще в наборе крем и гель для душа. Вот. Сейчас я буду все фотографировать и разбирать. Так что всем желаю хорошего предновогоднего настроения. Смотрите, какая красота. Вот так лучше смотрится, да? И скоро с вами увидимся в новом видео. И всем пока-пока. И мы скоро, кстати, когда я смогу уже на улицу выходить, то я уже вам смогу поснимать, что у нас красивого есть в нашем городе.